Низменности, горе, море, горе, газ. Почему-то мне казалось все однообразно. И так предался внутренней богатой миру классики. Какая-то шкура мне сейчас снова строит глазки. Кто, если не я, сейчас поступит как мудак. Итак, всем привет, и в этом ролике я вам покажу, как вступить в банду на Тринити самым быстрым и легким способом. Так что без лишних задержек начинаем. Голову на думе, меня дропает на почву, снова не спеша, я мешаю все, что можно. Итак, для начала нам нужно поставить другой ник, ну, чтобы все было от лица новичка. Давайте, сейчас. Томас Рокфилд, допустим, да, у меня что-то было. Выбираем мужчина, конечно же. И, кстати, если вы тоже хотите играть на Trinity Roleplay, первый сервер, то нажимайте... так, реклама на YouTube. И ник игрока указывается вот этот вот, Дэнни Скайуокер. Вот, вводите, вот, и промокод любой, который вы знаете, ну, к сожалению, у меня еще нет промокода, потому что я дурачок. Сразу же говорю, если вы хотите играть негра, выбирайте Use of Arcadia, то есть LS, потому что там есть движняк, а в других, в других городах там не играют, где-то там мафии, ну, это понятно, наверное, вам. Вот, давайте выберем вот этот скин. Так, NPS, ну похуй, мы NPC игнорируем, нам тут нужно именно вступить в где-то банду. Так, для начала нам нужно MM10, ой, блять, MM10, MM3, здесь описание вашего персонажа, и пишем описание, любое там, пишем афроамериканец, это по-любому нужно писать, ну давайте просто афро напишем. Потом, сколько вам лет, моему персонажу пусть будет 18 лет. И потом одет. Одет в... в черную кепку. Кепку, блядь, футболку. Джинсы. И кроссовки. Давайте напишем на руках. Татуировки. Вот. Так, все, мы поставили описание. Так, теперь берем какой-нибудь транспорт, например, вот лясик. И вот смотрим, вот, например, набор в арт-клуб. Мы находимся на навигаторе, давайте к ним поедем. Так, нам пришлось поменять сборочку, потому что на той происходил пиздец. Я уже подъехал к худу каких-то челиков, но тут никого нет, поэтому мы, наверное, сейчас поедем в другое место. Хотя он там вроде кто-то есть. Так, мы походу нашли чела, который тут главный. Но я просто пройду мимо, поэтому нахуй их. Это только один чел, я не хочу играть с одним челом. Сейчас мы, может быть, найдем какую-нибудь тусовку, может, нигеров, и туда залетим. Так, ребятки, тут я вспомнил то, что сделали скейт-парк, и тут уже какие-то вот бандосы есть на BMX-ах, на всем этом. Сейчас я к ним, короче, подлечу и, может быть, познакомлюсь и к ним в банду в это вступлю. Ну, вот сейчас вы посмотрите. Давайте у них купим травы, но только у меня денег нет. Потому что новый аккаунт. Давайте напишем, йоу, мужики. Есть у кого травка? Слышь, долбоёб, ты кого мужиками назвал? А чё? Типа, вы трансгендеры? Блять! Мужики стоят в поле горбяса, а мы ровные пацанки, пацанчики и делишки. Безумно можно быть первым, безумно можно через... А, тогда извиняйте. Давно пиздили нах. А тебя? Охуеть. Сразу видно бандосы. И что ты мне сделаешь? А что ты хочешь? Что ты мне сделаешь, задрот нахуй? Когда мы тебя отпиздим, ты станешь трансгендером. А вы, блять, а вы то только толпой можете
Ну же, долбоёб, ты чё в танке? Всё, мы загрели. Влетает на Сиару Тома со своим лбом. Со всей силы вячит кулаком в Роджера. Старается попасть в нос. Айртон Томаса называют избивать его. Блять. Сука. А, ну да, ну мы же... Давай нахуй. Пиздимся нахуй. Хуящим нигера. Ща, надо отойти. Ну, вы поняли, то, что тут в Е-то, конечно, додики играют. Ну, сейчас уже где-то хуйня отыгрывается, тут уже додики какие-то. Особенно на Тринити, тут тяжелые времена. Да, вот, поэтому... Просто берите скин негра и хуяшьте какой-нибудь банди на худ. И просто играйте с этими дурачками. Ну, вот, все, короче... Ну, вы поняли, думаю, да? Ладно, все. Всем, короче, да, ББ. Я убью себя за бабу! Я грязный. Я подавлю тебя за нитокон. За примату пакту, как примадону Максон. Кто тут в форме, тот стой. Ядовитый конта, напряги тупов. Дом, выдави в колени, мы танцуем в акс-код. Не пытайся вытянуть меня в грудло. Бог, ног, ведь я модифицированный, как ход.